Ярмарка южно-казахстанской продукции пройдет в Пекине. 30 отечественных производителей привезут в столицу Китая почти 800 тонн товаров – муку, макароны, сладости, рыбу и текстиль. Весной всю эту продукцию представят уже в Урумчи. Там же планируют открыть торговый дом южно-казахстанской области. Позволит нашим компаниям на системной основе реализовывать свои товары в Китае. И, во-вторых, позволит уже найти постоянных бизнес-партнеров с китайской стороны. Более 80% продукции, которая пользуется спросом со стороны Китая, оно на сегодняшний день выпускается компаниями Южно-Казахстанской области.